вперед. Пошли. Давай, давай, вперед, 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 Чак, вперед. Давай, потихонечку. Хоп, хоп, потихоньку. Ну вот, ребятки, видите. Всем доброго времени суток. Мы с Чакушкой на прогулочке. Первая прогулка, скажем так, уже вдали от дома. Вот, ну и куда мы идем? Мы идем к природе. Чак, идем. Чакуша. Чак, идем. Давай. Мы идем на природу. Ребят, смотрите, как Чак резво бежит. Чуть-чуть еще у него движения скованные, конечно. Вот. Видать, это швы-то они тянут. Ой-ой-ой, стой, Чак, мы не туда. Стоп-стоп, Чаки, тут заросли. Стоп, мы нарушили дорогу. Надо вернуться назад, вперед и найти... Нет, на тропинку надо выйти. Чакуш, за разговорами я не уследила. Так, смотри, тропинка вот. Чаки, вот здесь тропинка, идем. Во, вот тут, идем. Вперед, вот тут, вот, браво. Тихонько, тихонько. Вот так вот. В общем, Чак молодца. Еще у него такие шажочки задних лап, такие коротенькие. Так, палочки давай сейчас пока не будем трогать. Давай, проходи. Просто гуляем, Чак. Да? Пойдем вот сюда, в эту сторону. Пошли. Идем. Пойдем? Пойдем. Чак, идем. А ну покажись, какой ты красавчик. Кому что, а ребенку нужны палки. Ой, что ты с ним поделаешь, а, Чак? И ничего с тобой не поделать ведь. Покажись хоть. Ну-ка. Хорошо. Вот, нашла тебе палочку. Вот, ребят, у нас прекрасная погода. Солнце немножко ветрено. Воды в реке маловатенько. Ну и хорошо. Когда такая вода, можно гулять на речке. Речка мелкая. Вот. Я вот, пользуясь моментом, ребятки, сегодня хочу поздравить мою доченьку с днем рождения. 4 марта она родилась. В один день с Лючо Дала, с нашим великим композитором и певцом. Вот. Ну и спасибо ей хочу сказать за помощь. Она помогает мне с видео. Она монтирует, музыку загружает. Вот. Так как у нее больше возможностей в этом плане. И она мне помогает. Так что, доченька, если смотришь это видео, я тебя люблю. Мы с Чакушкой тебя любим. Чак, скажи Таечке два слова. Чакуш. Таечка, привет. Приезжай скорее. Приезжай, мы тебя ждем. Он тоже ее очень любит. Вот. Ну вот, ребят, как-то так, коротенькие новости. У нас сегодня первый день локдауна. Но я после обеда попробую поехать на работу в горы. В горы, я думаю, прорвусь. А вот в воскресенье вот у меня проблема будет. Как в центр города поехать, не знаю. Ладно, будем рисковать. А что делать? Чакушка сегодня у нас... Кстати, иди сюда из грязи, Чак. Вот, в обновке. В кофточке в новой. Покажись, Чакушка. Ну-ка, покажись. Вот ты какой красивый. Чак, ты красивый? Да, я красивый. Ой, палка. Мне дай палку, мама. Ой, ребят, видите, желание играть в него никогда не пропадет. Никогда. Никогда. Вот такой он игрун. Игрун, бобрина. Красавчик. Только, пожалуйста, Чак, аккуратненько. У тебя шовчики. Хотя лучше я не буду ему давать играть, ребят. А то резкое движение, еще швы разойдутся.
Чакуш. Давай, все, палочку отдай. Ага, не заберешь теперь. Так, все, стоп, стоп, оставь палочку, Чак. Отломал ее, но не оставил. Ладно. Все, ребятки, всем хорошего дня, удачного. Пока-пока. И ждем всех на канале. Будем встречаться, будем показывать вам контент о природе, о Италии, о Чаке. В общем, обо всем. О нашей жизни в Италии. Пока, ребяточки. Пока.